что ни делай и как ни крути, но самооборона нужна человеку всегда и везде. И сегодня я хочу рассказать вам о таком виде спорта, как прикладное айкидо. В нашем стиле используются как приемы просто рукопашного боя, так и приемы против ножа, а также против пистолета и короткой палки. То есть это то, что, с чем можно столкнуться с повседневной жизнью. Если вы думаете, что прикладное айкидо направлено только на физическую подготовку, то вы глубоко заблуждаетесь. Учеными доказано, что занятия спортом улучшают память, работоспособность и реакцию. Я решил заниматься айкидо, потому что я хочу научиться самообороняться и саморазвиваться. Поначалу было сложно, но айкидо тренирует характер, и я научился преодолевать трудности. На своем опыте я лично убедилась, что прикладное айкидо – невероятно интересный вид спорта. Всего несколько минут в зале, и ты уже полностью погружен в атмосферу тренировки. Конечно, прикладное айкидо не для слабых духов, но если вы все еще не нашли свой вид спорта, то обязательно посетите пару тренировок. Уверена, хорошее настроение вам обеспечено. Возможно, вы покупаете шаурму каждый раз по дороге домой, но задумывались ли вы о людях, которые готовят ее? Как правильно называется их профессия и готовят ли они шаурму дома? В нашем городе шаурму можно найти на каждом углу, но вкусную и правильную шаурму продают не везде. Мы решили посетить набирающее популярность заведение в городе Ростове-на-Дону. Нас встретил исполнительный директор Армен Хачатурян и любезно согласился на небольшое интервью. Как называется правильно профессия людей, которые именно готовят шаурму? В Ростове исторически называют их шаурмистами, а правильно или неправильно называют их еще шаурмейкерами. В Ростове все-таки привычнее шаурмистам, а вообще в мире, так как шаурму в мире называют вообще по-разному, поэтому и профессию повара, который готовит его, тоже, наверное, везде она называется по-разному. А какая, по вашему мнению, идеальная шаурма? Идеальная шаурма, она приготовленная из свежих ингредиентов. Вот и все. И с любовью. Теперь вы знаете о шаурме и шаурмистах немного больше. А если вы по какой-то причине никогда не пробовали шаурму, то позвольте себе порцию, ведь наша жизнь полна маленьких прекрасных открытий. Для многих людей представление о поэзии ограничивается русскими классиками. Однако сегодня Донская публичная библиотека – это место, где живо современное поэтическое искусство. Именно здесь реализуют свои таланты молодые поэты Ростова-на-Дону. 30 сентября в Донской публичной библиотеке прошла презентация сборника «Кракен», в который вошли стихи ростовских поэтов. «Кракен» появился моими усилиями. Мне всегда хотелось выпустить сборник независимой ростовской поэзии. Мне показалось, это будет очень забавно сказать издателю: «Выпускайте Кракена». И это отсылка к Лавкрафту, которого я очень люблю. Творчество поэтов, вошедших в сборник, очень разнообразно как по стилистике, так и по смысловой составляющей. Здесь есть все – от философской лирики до юмористических стихотворений. Именно поэтому каждый поклонник поэзии сможет найти то, что ближе именно ему. В этот сборник вошли стихи авторов, которые и воспринимают себя как настоящие профессиональные поэты, у которых есть уже какие-то публикации, выходили собственные сборники.
и стихи тех людей, которые пишут для себя, но, по моему мнению, пишут очень хорошо, и поэтому мне хотелось увековечить их творчество. У читателя должен быть выбор, и если бы их всех что-то объединяло, может быть, получилось бы скучновато. Концентрация творческой энергии, уютная атмосфера и теплое общение – это то, что ждет каждого желающего окунуться в литературную жизнь родного города. До свидания в городе Таллине. На дождь из форта. Намочив твою записку с адресом, мне осталась одна лишь строчка. До свидания. Молодые поэты Ростова пока еще, что называется, широко известны в узком кругу. Однако на подобных мероприятиях каждый может ознакомиться с творчеством талантливых современников и увидеть своими глазами, что представляет собой Ростов литературный. Ведь поэзия – это не только гении прошлого, она здесь и сейчас. Мы не стараемся завоевать там сильно много публики, потому что все-таки мы считаем, что у нас определенный есть взгляд на то, как должны выглядеть стихи и как они должны выглядеть именно в 21 веке. Но поэзия – это больше то, что внутри. То есть это не какие-то… Ну, там есть, конечно, странные рифмы, странные образы, но в основном это все идет изнутри. То есть что-то цепляет, об этом мы пишем. Сейчас принято говорить, что поэтом быть модно. Я считаю, что поэтом быть можно. И те, кому нравится писать, конечно, должны писать и публиковаться для того, чтобы другие люди могли разделить с ними их радость творчества. Что вы знаете о раздвоении личности? На данный момент существует такое понятие, как диссоциативное расстройство идентичности. Это довольно редкое психологическое заболевание, при котором в одном человеке могут уживаться сразу несколько личностей. Привет, я Хедвиг. Сколько тебе лет? 9. Кто вы? Он делал с людьми ужасные вещи, вас ждет то же самое. Не волнуйтесь, ему не разрешено к вам прикасаться. Ранее раздвоение личности называли одержимостью демонами. Одними из первых свидетельств считаются наскальные рисунки различных колдунов и шаманов, которые могли превращаться во всевозможных существ. Эти самые личности бывают различных полов, возрастов, национальностей и так далее. Откуда же взялось это заболевание, узнаем прямо сейчас. Первое задокументированное упоминание об этом феномене пришлось на 1784 год. Ученик врача и целителя Франца Месмера ввел своего работника в транс с помощью особых магнетических техник, после которого испытуемый не смог вспомнить, что он делал во время гипноза, как и в случае с диссоциативным расстройством идентичности. Позднее, в 1791 году, был описан случай изменяющейся личности у 21-летней девушки из Германии. В девушке якобы сидела другая женщина, которая разговаривала на французском и уверяла всех в том, что она аристократка, несмотря на то, что девушка сама никогда не изучала данный язык. На данный момент ученые не могут прийти к единому выводу, что же именно подразумевает под собой расстройство идентичности, так как до 50-х годов прошлого века не было ни единого задокументированного случая этого заболевания. На данный момент расстройство идентичности рассматривается как ответ организма на травму или стресс. Многие психологи и психиатры считают диссоциативное расстройство идентичности надуманным, так как проведенный анализ в 19-20 веках показал всего лишь 76 случаев, а с 1985 по 1995 годы количество случаев возросло на целых 40 тысяч. Так что со стопроцентной вероятностью мы не можем утверждать, существует ли это заболевание, или же это просто выдумки врачей. А вы уверены, что у вас нет второй личности?